Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, я Зигер, и сегодня мы продолжаем проходить игру Little Nightmares. Погнали. Как я помню, мы с этого момента начали. Я на самом деле закончу, потому что я застал заходить в эту ссаную комнату. Что ж, здесь, как обычно, что-то непонятное. Как-то странно. Так, Блэдс. Давай, прыгай. Ну, неплохая система. И теперь... Да. Бля. А сейчас вы увидите глупые попытки прохождения этого момента игры. Чё за бред? Я вообще, что там делать надо? Вставай, чё сидишь ты? Не смешно. Да ты охеревший какой-то. Давай прыгай уже. Честно, я нажимаю пробел. Да ёбмакарёк. А что с сигарами делать этими? Ничего. Не, ну реально, что здесь делать-то надо? Что за такое? Наконец-то я понял, что это значит, что это типа сохранение. Так, теперь надо как-то... Только не вниз. Только не вниз. Только... Фух. А! Я понял! Да ну нахер! Да ну нахуй! Хер. О, бля. Опа-на! Давай повесимся нахер. Нет. Ёб твою мать! Опять эти ссаные ящики, да вы офигели, я поджег свечу. Последнее сохранение должно быть. Зачем я ее поджигал? Опа, все. Да ё-моё, я же зацепиться должен был. Да ты охеревший какой-то, давай. Да! Бляха-муха.
Да. Опа, все. Проскакивай, давай. Так, теперь давай допрыгнем. Опа, бляха, муха, чуть не нажал. Давай, нормально. Я это, не удивляйтесь, я не очень сильно люблю, если честно, вот такие жанры игр. Я уже говорил это, извините за тавтологию. Поэтому не удивляйтесь, если я буду молчать. Да ё-макарёк! Это не самое начало случаем. Ля. Ля. А, я понял. Бляха, муха. Еще раз. Бежим! С первого раза. Потухай давай. Ёб-макарёк! Ёб-макарёк, давай! Повезло. Ты кто? Ну-ка, ну-ка. Впервые здесь такая вот, такой вот переходик, знаете. Оп, тюрьма, достижение. Беги, беги. Надо поскорее. Спидран, спидран, спидран. Давай, спидраним эту игру нахер. Поскорее пройти этот хоррор ссаный. Я ненавижу хорроры. Еще раз, эти ссаные ящики. Как же я их ненавижу. А вот ты не открываешься. Ты тоже. Чего захотел? Тогда зачем это надо здесь? Ха! Как прыгнуть? Давай прыгай. Нормально, нормально. Ладно, хер с ним. Куда ты его задвигаешь? Давай. Ну и нафиг я это делал. О магат, о магат.
там же дверь вроде. Ладно. Не дверь, так не дверь, все. Пошли, уходим. Уходим. Посмотрите, как он бежит нагло. Даже не спотыкается об ступеньки. Ладно, не хочу на это смотреть. Валим. Махат, махат. Понял. Какие-то здесь фотографии глазов. Не сын. Ёб макарёк. Все так пойдет. Нормально. Блять. Тут кто-то есть вроде. На кровати. Нет никого. Пипец, кто здесь жил? Такие высокие стены. Высокий под высокий потолок такой. Помогать! Ты кто? Оу, щит. Туалетка нам пригодится. Ключ. Заманчиво. Ах ты. Ну и зачем этот ключ нужен мне? И вообще, где такие шкафы купить можно? Прикольные шкафы. Я даже сюда не забирался, да, попробуем. Что у нас? Блять! Да, ты мразь такая. Нормально, да? Прям за текстурку. Ля. Может, здесь что-то в углу есть? Ага. Ага. Как бы сказал Вигил. Ля, какие-то тут символы, херимболы. Ну там кто-то повесился. Кто-то повесился. Так. Ну где же? Ладно, я все-таки думаю, что я что-нибудь пустил наверху. Давайте снова залезем наверх. One hour later. Опа-на! А это подсказка. Видите, на полу такая херня. Это, мне кажется, вот эта дверь открывается. Вот это вот три такие скид. Мне кажется, вот это вот... Ёб твою мать! Боже мой. Блять, не дай бог, сейчас какой-нибудь ебальник выскочит на меня. Извините, что я матерюсь, я обычно редко матерюсь. Ясно, ясно. Пипец, я умный, конечно, додумался. За 10 тысячелетий, блин. Шерлок Холмс хренов, блин.
Все, тебя отпускай. Я же отпустил, какого фига? Топаем. Неужели он такой тяжелый, а? Давай, вставляй. Погнали! Ёб твою мать, уходим все. Ладно. Слышь, ты обезьяна! Это игрушка, слава богу. Я думаю, что подойдет будет скример какой-нибудь. Ебать. Она полностью закрылась. Мне кажется, вот этот... Серьезно? А, бля. Гениальная игра. Заползаем сюда. Все. Меня здесь никто не найдет. Ладно, что, зачем мне здесь сидеть? Полезли наверх, ёб макарёк. Ну и нафиг я это делал. Обезьяна, можно с собой забрать? Как собрать-то? А, забыл. Все, на всякий случай сюда залезу. А то я сыкую. Вот так вот. Не, лучше к стене, а то сыкно. Погнали, обезьяна. Теперь ты мой друг. Погнали. Что это? Жрать хочешь? Погнали! Мог бы и проскочить, не так уж быстро он и крутился. Я бы проскочил, честно. Погнали! Где обезьян? А крысу жрать хочешь? Ты тварь такая. Врубай фонарь. Фонарь. Все хуже и хуже ему. Где этот пацан, который колбасу мне давал? Да ёб макарёк, неужели так плохо? Давай, все нормально. Жри. Блять! Неужели ты такой дебил бы взял с собой, в карман бы запихал, которого у тебя нет? Долбоёб. Сейчас это скромника еще.
Лежи лучше, лежи просто. Вставай! Быстро! Давай сейчас это. Все. Пиздец, у него клетки слабые. Проскакиваем, давай, пошли. Даже зажигалку от меня не забрал. А что, можешь с собой таскать его? Погнали! Все понятно, все ясно. Только не говорите, что мне нужно будет драться с этим пидорасом. А ты кто? Слушай, давай. Даже не отпугаешь меня. Вернись. Ну слушай, браток, если ты хочешь сказать, что ты допрыгнешь с помощью этой клетки до этого рычага, то ты шутишь, наверное, нет? Да, допрыгнет. Давай. Твой! Почти. Ну блин. А это можно подвинуть? Ага. Сейчас. Блять, он сейчас войдет в клетку, а тут долбоёб висит желтый на этой херне. Фу, додумался я, слава богу. А я сдох! Пипец. Давай, шатаем. На, он еще здесь. Кто это? Это этот длиннорукий дебил, который этот ползает там на руках. Я думаю, да. Потому что он довольно-то странно находится. Последний рывок. Все. Ребят, предлагайте свои комментарии. Ясно. Это надо вырезать. Шучу, нет. Чуваки, пишите свои мысли, как назвать этого желтого чувака. Я не знаю, надо ему какое-нибудь имя, псевдоним дать, не знаю. У него же нет точного имени, правильно? Так что давайте дадим ему имя. Почему бы и нет? Правильно. Я все понял. Я понимаю. Ёб макарёк! Да ты дебил! Ёб макарёк! Мог бы пробежаться, блин. Да пропустите вы эту катсцену ссаную. Давай. Ё-моё, какие же здесь, блин, чекпоинты ссаные. Но игра хорошая, да. Мне здесь больше всего нравится атмосфера. Давай, выходи, заебал. Давай.
Вот и все. Теперь нас будет насиловать педофайл. Ну вот скажите мне, зачем я это сделал? О май! Отличная альтернатива. Давай, зажигай. Ну, смысл эти печки, если... Ой, свечек, если они вообще ничего не помогают. Даже не сейвят тебя. Ёбаный в рот. Блять, у него уже слух. Ну чё, пацаны, погнали? Бежим, блядь, бежим, сука! Мне пизда, мне пизда. Не ссы в трусы, погнали. Надо просто ходить по ткани. Здесь у меня не поймается, я уверен. Чё, сыкло? Ебало стрёмное. Побежали, побежали. О, боже мой. Блять, кто-то на щеку сел. Ёб твою мать, он же сейчас это... Бежим, бля, бежим! Фух. Хорошо, что здесь есть сапоги. Ой, бляха-муха.
чьи эти сапоги, я не понимаю. Хорошо, что здесь нет вентиляционного монстра. Нельзя сапог с собой взять? Нельзя. Как сувенирчик. Ёб твою мать. Только не говорите, что здесь какой-то монстр есть. Ёб твою мать, здесь есть монстр. Забирайся, блядь. Лох. Кто это? Бля, бежим. Ёб твою мать! Иди нахуй! Нет, 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 нет! Нет. Нет, только не сбрасывай этот ящик. А, лох. Блять, они же сейчас убьют. О, я понял, я понял. Не хлопай, блядь. Завались. Тихо. Чувствую, что мне пиздец. Бляха-муха. Ну вот скажи, пожалуйста. Как он меня заметил? Крыса ты такая, нюхаешь все, пердит все нахер. Да пошел ты нахер, мне не страшно.
Надо было в этом туннельчике досидеть. Ну я понял, фичу с этой обезьяной с самой. Сколько здесь этих обезьян-то существует? Да иди нахер, мне не страшно. Валим отсюда нахер. А, бляха-муха. Ну и бздец. Его рука сейчас не пролезет, надеюсь. Бляха-муха. Знаешь, какой сейчас будет прикол? Смотри, смотришь? Я думал, он сейчас выскочит сверху. И все, и мне бздец. Как тени не было. Ёб макарёк. Пошел нахер, Петя! Да ты, блин, ниндзюцу какую-то выучил. Твоя рука, точнее. У тебя рука, она даже не докоснулась до меня, а я как будто телепортировался, как будто тебе в руку. Нечестно, нихера. Да лови дверь! Опа-на. Сейчас будет пиздец какой-то. Сейчас упадет еще. Рояль. Это хорошо, что рояль. Приберется сейчас этот чувак. Чувырла с руками огромными. А я на него бац, рояль сразу, да? И все. Понимаете? Га-га-га. Какой он у нас злобный. Злодий. Мне не страшно.
типа здесь. Нужно этот ключ найти. Ну а на этом моменте мы заканчиваем эту данную серию. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Извините еще раз за маты. Бля, муха, он подходит. Все, давайте, всем удачи, всем пока. Ой, ну и жесть. Довольно-таки информативная для нас миссия была. Да что ты, черт побери, такое несешь? Нет, крючко я вставлять не буду. Ну ладно, все. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующем видео.